это детали, которые ломаются. И это летучка, которой обалдеют не только дети, но и взрослые. Вот. Тематик очень много. На любую тематику нужно придумать игру. Делаю я это все сама своими руками. Вот. 4 человека, пожалуйста. Я покажу кусочек занятия, уже теорию, для чего, как, я думаю, что это... Вообще мы садимся на пол, то есть это микрогруппа, на стульчик, да, что на пол для вас. Ну, я могу ее так просто пролистать, да? Место, да, а то мы не встанем сюда. Нет, это мы пока положили. Я понимаю, что это интересно, но пока так. Это известная схема. Разминка с ручками, похлопаем ладошки, потому что все эти только я здесь добавила. А свои, да? Вот так вот. Девочки, не подходите близко, он хорошо. Нервный на вас. Вы еще не подошли. Вы еще смотрите, попали, да? Ладоша, да? Потихонечку, 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 потихонечку,
тоже у нас там следующий, да, то есть запрескивают, да, кто это? Собачка. Здесь я взяла ту же самую мелодию. Обязательно дать им слышать, потому что мы только будем.